Мы на наших каналах уже привыкли к сенсационной инсайдерской информации от Валерия Соловья. Но на этот раз, на мой взгляд, ему по сенсационности удалось превзойти даже самого себя. 3 июня он провел на своем канале стрим, который развил информацию, данную на другом канале, на канале «Генерал СВР». Думаю, вначале нужно кратко рассказать об этом канале, мы о нем еще у нас не говорили. Его ведет, дескать, действующий генерал СВР, службы внешней разведки. Ведет инкогнито. Мы не видим на роликах его лица. Иногда он, скажем так, появляется на канале Валерий Соловей, но там мы тоже его лица не видим. Создан этот канал на Ютубе был недавно, 10 января 2021 года. Но на нем уже, тем не менее, 93 тысячи подписчиков, что, впрочем, понятно. Так вот, в ролике «Итоги недели», выпуск 6, канал «Генерал СВР» дал подробную информацию о состоянии здоровья Владимира Путина. Конкретно было сказано, что у президента проявились симптомы психоневрологии. И в мае этого года у него были диагностированы 2 новых диагноза, один из которых – шизоаффективное расстройство. Кроме того, у Владимира Путина очень серьезные проблемы с онкологией, и кроме того, у него диагностирована болезнь Паркинсона. Понятно, что раз речь идет о главе великой ядерной державы, то главного внимания здесь заслуживает информация о шизоаффективном расстройстве. Что это такое, кстати, в интернете узнать легко. Информации об этом диагнозе много. Любой желающий может прочесть о нем, но добавлю от себя, диагноз вообще-то страшный по-настоящему. По словам генерала СВР, у Путина это расстройство проявляется прежде всего в том, что у него уже довольно давно проявляется самая настоящая мания. И суть этой мании в том, что он убежден, что западные спецслужбы умеют читать его мысли. Ни больше и не меньше. Кроме того, он боится, как он сам выражается, что его мысли звучат слишком громко. И именно поэтому, по словам генерала, он до сих пор в бункере и встречается с минимальным количеством людей. Но и понятно, его окружение все прекрасно понимает, да и кто этого не поймет. Оно понимает, что человеку в таком состоянии нельзя быть главой великой ядерной державы, уж тем более иметь доступ к ядерной кнопке. Элиты думают начать транзит власти осенью этого года, сразу после выборов в Госдуму. В качестве консенсусной фигуры на пост президента России элиты уже вроде бы вполне устроила фигура Михаила Мишустина. Это что сказал указанный генерал СВР, что тоже сенсационно само по себе. Но, как я сказал, Валерий Соловей, скажем так, развил эти мысли. И ой-ой-ой, как развил. Он сказал, что Путин, или как он выразился, человеку с кнопкой, имеется в виду, понятно, ядерная кнопка, когда установили диагноз шизоаффективное расстройство, еще и не сказали всей правды. На самом деле у Путина, цитирую, довольно тяжелая шизофрения, которая усугубляется. Не буду голословным, вот как сказал об этом Валерий Соловей. К сожалению, психическое состояние человека с кнопкой ухудшается постоянно. Вы слышали уже, наверное, о диагнозе, который, новом диагнозе, который ему был преподнесен в мае, шизоаффективное расстройство. В действительности ситуация хуже. Ему не сказали всей правды, человеку с кнопкой. Речь идет о довольно тяжелой шизофрении, которая усугубляется. Ну и понятно, элита сейчас очень озабочена тем, что он имеет доступ к ядерной кнопке. И, по словам Соловья, уже проработана возможность, что если что, чтобы эту кнопку заблокировать. Вот такой вот потрясающий инсайт от Валерия Соловья. Можно ли ему верить? Мы этого, конечно, не знаем. Но, на мой взгляд, Валерий Соловей уже давно подводил зрителей своего канала к подобной информации. Что стоит его рассказы об отношениях Путина с шаманами, о том, что он принес жертву духом, собаку, о том, что выпил ее крови и так далее. Мы об этом уже не раз говорили о нашем канале на Дзен, вернее, на наших обоих каналах, и на Дзене, и на Ютубе. Он давно и в самых разных ракурсах рассказывает даже не о неадекватности, а о вопиющей неадекватности поведения президента Российской Федерации. Что ж, думаю, по-любому время скоро все покажет. Главным критерием здесь, наверное, станет, начнется ли действительно транзит власти этой осенью. Впрочем, думаю, что Валерий Соловей, что генерал СВР еще подольют масло в огонь. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках?